Жил один королевич. Все свое время он проводил в седле, занимаясь любимым делом – охотой на птиц. Это огорчало его отца, ведь он был его единственным сыном, наследником престола. Кому же я передам корону? У него на уме только охота. А королевством управлять — это не из ружья палить. И к чему 7000 чучел? Только слуг пугать. Да. Это что за сморчок? Я могущественный гном Темплитех, хозяин леса. Запрещаю тебе стрелять моих птиц и зверей. Старая букашка, как ты смеешь указывать мне, королю? Король, нет, ты самый настоящий медведь. Я проучу тебя за неучтивость. А вот тебе. Тоже мне нашел кого пугать. А вот теперь так. Ах, королевичу казалось, что это просто наваждение. Он побежал домой, надеясь, что этот ужасный сон закончится, и он проснется в своей постели человеком. Медведь! Держи! Лови! Неподалеку от королевского замка жила бедная вдова. Было у нее двое детей. Одну звали Белоснежка, другую – Алоцветик. Дети, пора спать. Кто там? Медведь. Проходи, гостем будешь. Медведь! Медведь! Выпей чая. Ты, наверное, замерз. Похоже, это непростой медведь, ученый. Всем спать. А ты ложись у очага, грейся. Ой. А? Он убрал во дворе снег. Ха-ха-ха!
Смотрите, он улыбается, совсем как человек. Ну, прямо жених. Каждый день медведь приходил из леса, играл с детьми. Привезите хвороста для очага. Помогал по хозяйству, и все к нему привыкли. Если он такой умный, пусть поможет привезти хворост. Эй! Подождите меня! Оп! Удрал в свою берлогу. Там, посмотри. Дерево! Дерево из леса! Мама! 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 Что случилось? Дерево из леса! Ой, мамочка! Это он хворост из леса принес. Нравишься. Смотри, вот возьмет и съест тебя. Незаметно пробежало время. Прошел год. В один из осенних дождливых дней медведь ушел в лес за валежником и не вернулся. Его уже 2 дня нет. Нашла о ком скучать. Идем. С ним что-то случилось. Слышишь? Розы куст зацвел в саду. Зачем ты меня сюда притащила? Какая красивая шапочка. Идем домой. Бедный несчастный тебе. Где моя волшебная шапочка? Без нее смотри, пропаду. Джим, этот карлик очень злой. Вовсе не злой, несчастный. Это не вы потеряли шапочку? Моя. Благодарю вас, ваше королевское высочество. Примите в подарок этот изумруд. Ой. Да это же светлячок. Ой, не могу. Ваше высочество, нам пора домой. Пожалуй, ты прав. Пусть исполнится то, что они желают. Снежка.
Отпустите его! Не мучайте его! Отпустите! Отпустите! Это что за представление? Ваше Величество, прикажите освободить медведя! С какой стати? Он мой жених. И ты согласна выйти за него замуж? Да. Будь по-твоему, освободить медведя. Я хочу сделать вам свадебный подарок. Не бойся, не бойся, это гном Темплите. Он добрый. Я знаю, ты хочешь стать человеком. Загадывай желание. Что он наделал? Медведем останется! Как же я рад тебя видеть, сынок! Я тоже, отец. Светик так и не встретила своего принца. Жила она скромно с мамой, и никто не знал, что эта девушка — кровная сестра самой королевы.